Всем привет, с вами Влад. В этом видео я хочу сделать кое-что новое для себя. Попробовать потроллить какого-нибудь игрока лично. В этом видео я со своим другом Флемом. Мы с ним будем, короче, троллить одного из игрока, который попадется нам абсолютно случайно. В конце будет кое-что шокирующее для того самого троллящего человека. В принципе, поехали. Короче, мой ник будет Я хочу жрать. Вот, все, отличный ник. Заходим. Так, регистр, жопа 1, 2, 3. Ой, оперативная память, ля как жрет. Я этого тут оставляю, короче, Майнкрафт мой. Какой скин можно поставить? Ну-ка, давай-ка посмотрим в интернете. Во, я нашел. Знаю, как работает Майнбарс, он скины все равно не ставится, но попробуем все. О, поставился. Ну тогда ищем просто друга и будем сейчас троллить его, да, получается? Это ты? Да, здорово, братан, здорово. Так, ну давай, кого будем звать? Давай вот любого человека, который... Это как? Вот, кофемейкер. Кофемейкер. Ну-ка. И сюда. Кофемейкер. Сегодня всю ночь не спал, дай кофе. Кофемейкер. Ты же кофе делаешь. А у тебя есть Дискорд? Ну-ка. Надо писать, кстати, криво. Специально. Долго печатает, походу, ясно, нет. Если долго печатает, значит нет, у меня всегда так. Может, он этот, бабулька не может долго, ну... Мы с бабульками играть собрались, что ли, или с кем? Вообще, погоди, написал. Серьезно? Серьезно? Мы сейчас тупо ждали вот этого слова, да? Встал, смотри, встал. А можно быстрее? Так ты можешь в Дискорд или нет? Ух, ни хрена себе, у меня, короче, шейдеры багаются, я вижу чувака через стены. А не а. Не, блин! А ну ладно. И мы столько ждали. Пиши такому человеку, у него ник Флем Ютен, напиши ему привет. Найс. По Дискорду по-любому пойдет все. Вот, Мелкар, короче, дрань какая-то. Вот с нами играть. ВДС. Ого, все. Вот я вот боюсь, вот я не знаю, вот по этому нику, что сейчас он скажет. Лерка, вот я сейчас сюда добавлю. Все, я за такую... Опа. Привет. Тебя Лера зовут, да, я так понял по нику? Да. Сколько тебе лет? 14. А, в общем, мы хотим повыживать, на самом деле, этот второй наш сервер, мы просто особо не умеем играть в Майнкрафт. Ничего, научу. А так, у тебя есть какой-то дом? Нету? Ну, я его строила, но не достроила, потому что мне дали творческий, потом у меня вылетело и все. Давайте дом? Тогда я сейчас пропишу ТПР и вы ко мне. О, вот это море, короче, можно на море прям дом построить. Давайте сюда ко мне топитесь. Какие-то админы нам скинули алмазные блоки. Конечно, их немного, из них никто не сделаешь. Смотри, тут региона нету. Вот, можно тут строить уже. А что это у тебя летает? Молочко написано. Типа мой питомец. А ты на него садиться еще умеешь? Что? У меня, короче, тут есть дуб. В кидстарте мне дали дуб. Можно из него в доски вроде превратить, если я ничего не путаю. В инвентаре можно, есть какой-то. Схожу в магазин, куплю каких-нибудь ресурсов для дома. Тэпнусь и куплю что-нибудь, и тогда к вам, окей? Окей, давай. Я, короче, доски сделал. Вообще можно из разного, можно. Как говорится, дом из говна и палок. У меня есть кирпичики. Не, смотри, вот тут можно, короче, пол сделать вот такой вот, видишь? А чё вода, она не засоряется? В смысле, почему она летает? У меня тоже, я думала, у меня одной такой. Я еще вот на ютубе смотрел, типа, как приватить. Я вроде умею, там надо топорик брать, он у меня вот сразу выдали. Написано для приват. Регион. Да. Видео. А, вот так. Да. А ты пропиши сетхом. Тут вроде сетхом можно прописать, дома ставить. Вот у меня на спавне поставился. Мы можем пойти тогда ко мне домой и достроить его. Там только крышу осталось, я обустроюсь внутри. Но зато мы научились делать алмазный пол. А ничего себе, у тебя дом нормальный. Региона еще нету. А-а-а. Понятно. Чё себе у тебя пол? Вау. А у тебя подземелье есть? Блин, а нет. Это поломалось. Мне кажется, тут просто астероид пролетел, короче, врезался в стену. Да, да. А у тебя даже кровати нету? Ну, балкон классный, очень крутой балкон. Мне уже нравится. А, кстати, а ничего, что там, типа, ТНТ валяется, не? Где? А. Да, реально. Смотри, а тут овца еще что-то делает. Походу, это свидетель. Здесь, давай. А, замуровали демоны. Всё, прошу. Алё, а чё тебе нет на месте? Да я сама только что офигела. Это ты прикалываешься, иди сюда, говно. Кто, я? У тебя броня лучше, я лучше бегу, спасибо. Броня хелпера, я её спутала. Я вот тоже выживал на другом серваке. Ко мне тэпнулся админ, тэпл, короче, меня и убивал. А, короче, да, они ж могут тебя тэпать. А давай сразу заприватим, короче, давай этот топорик там. Ну, давай я это сделаю, ну я вас добавлю. Давай я лучше тоже. Ну давай. Надо еще вверх тогда стоить. Слушайте, у вас нету шерсти? Шерсти? Угу. У меня, короче, кварцевый блок есть белый, еди. У меня тоже есть. Особо такого ничего нету. Так, элитры у меня есть? А, нифига нет.
Около меня блоки ставятся. Что за хуйня? А ты сама ставила или ты нас сейчас троллишь? Нет, это не я команду писала. Загадка сейчас какая-то пойдет даже. Нет, обычно типа это гриферы так делают. Типа видел, когда ТНТ-ха тут стояла, тоже был такой же блок рядом. Попробуй вот этот. Так, ломаю. Давай пробуй. Пишет, вы не можете ломать этот блок. А, не ломается. Как он называется? Ой! Он помер. А, он появился. Говнюк. А что за бред? Ты думаешь, я не знаю, что есть вот в Кипстарте, папа? Там нету? Там нету? Там не знаю, у меня была. Да, хватит мне тут ставить эти блоки. Говно, я тебя убью. На, поговори со своей сестрой. Можем пойти гриферить людей. О, кстати, да. До креатива, тогда можно людей гриферить без бана там. Подожди, тут донат есть? А, 25 рублей. Просто его не планируют. Пошли гриферить. Тогда надо сначала прокачаться. У меня броня говно. Вот чувак пишет, просто дайте ГМ. Как думаете, ему повезет? Не знаю, навряд ли. Даже, пожалуйста, не написал. На, держи. Может, ты без брони обойдешься? Почему? Потому что она дорогая, 50 тысяч. Ладно, мы идем гриферить? Тогда можно, да. Все, я доел. Блин, короче, знаете, тульский пряник такой, знаете? Угу. Я вот, короче, его сейчас ел еще. Блин, очень вкусный, на самом деле. А что с лестницей? А, да, я по белому блоку понимаю, кто это ставит уже. Народ, а что с дверью? Поднимитесь наверх, это что? А что с дверью? Ты видишь просто это? Там механизм какой-то его открывает и закрывает постоянно. Походу, кто-то заранее поставил, мы даже этого не заметили. В смысле? Чё? Он типа циклирует, что ли, открывает дверь? Типа да. Это как вообще? Ой, просто... Чат такой. А, что это было? Чё? Чё? Это чё было? Что? Вот тоже откинуло? Давайте лучше на РТП. Может, этот чел уйдет попозже? Может быть, он, кстати, за нами идет. К сожалению, Флэм покинул наше видео. В принципе, вы его больше тут не увидите уже. Ну, давай, короче, на спаун. Там нас, наверное, никто не откинет уже. Да, там на спаун точно. Поделаем что-нибудь. Знаешь, куда я сейчас заберусь? А ты ко мне тэпнешься потом. Красивое место. А куда? Куда? Я сейчас, короче, написал в ЛС рандомному человеку, типа, выдай мне креатив. Он спрашивает, для чего? Скажи, для дома. Лучше скажи, что ты новичок, и тебе нужен дом. И ты хочешь его построить. Он говорит, ладно. О, походу, повезло. О, да, он выдал. Все, я летаю. Впервые себя ощущаю креативом на сервере. Тэпайся ко мне, только аккуратно. О, ой, здрасте. Слушай, а может, у тебя получится? Ну, креативку забрать. Только мой ник им напиши. О, все, у меня креативка. А, все, мне написал, ладно, да, да, все. Он говорит, хорошего дня. С Барсом сел другой Барс. И они тупо вместе сели. Ну, очень прикольно, на самом деле. Премиум, у тебя будут там всякие эффекты. Слушай, давай прямо сейчас куплю. Давай. Я помню, я просила сюда донат, и моя мама такая, а иди-ка ты на... Введите ваш ник. А какой мне ник, кстати? Я хочу жрать, да. Все, спасибо за оплату. Слушай, а мне премиум не выдали, меня обманули, походу. Выйди из майнбарса и зайди опять. О, да, я премиум. Премиум. О, отлично. Круто. Я могу еще тебе купить, у меня же на деньги еще остались. Ну, вообще, как для гриферства, это уже максимум. Так, можем попробовать сегодня еще вечером погриферить. Ага. Легально. 25 премиум. Да, все куплено. А ну-ка. Спасибо тебе большое. Ну, 25 рублей это мало. Для меня хоть какой-то донат, это уже огромный подарок. Тут какой-то чел. Владон 300. О, это он выдал. Это он выдал. А, да? Он типа спросил, привет, выживаете? Я типа написала, привет, да, там. Тут чувак выйдет. Еще он, один? Типа, такой, выйдешь за меня замуж. Как его отшить? Помогите. Просто напишу, прости, а нет, типа, тут этот чел смеется. Я прям тоже где-то рядом бегаю, вижу, написано, что он ютубер. Ютубер? А прикинь, он реально ютубер. 100 миллионов подписчиков. Тогда ты сейчас что, уходишь тогда, получается? Да, я почищу компьютер, и тогда чуть попозже, может, через часика два, час, может, поиграем, хорошо? Ну, напиши тогда на этот же аккаунт. Хорошо, все, давай, пока. Давай. Чтобы вы понимали, народ, у меня открыт два Майнкрафта. У меня OBS почему-то багается. Я когда перехожу в другой Майнкрафт, у меня иногда экран может зависнуть. И я это вижу через второй монитор. Я сейчас открыл второй Майнкрафт, на котором вот так. А вот сейчас я открыл свой старый Майнкрафт. И вы этого не видите. Через часик продолжим все это дело. За то время, пока она отсутствовала, я успел построить небольшое испытание на двоих, где буду я и Лера. Там будут еще и призы. Конечно, это будет не сразу, мы еще хотели погриферить, так что ожидайте такую сцену чуть позже. И, кстати, лишний раз скажу, чтобы вы не думали, что это постановое, конкретно то, что я громко печатаю, она должна это слышать, у меня включено шумоподавление в Дискорде, то есть слышно только мой голос, и то даже чуть-чуть хуже.
Алло. Меня хорошо слышно, да? Ой, прям очень тихо, прям очень тихо. Без того человека пока что. Давай с премиума, я хочу погриферить, у меня желание сегодня есть. А у меня скин девочки какой-то поставился, это что такое, в смысле? Или у меня всегда такой был? Заходи тоже с премиума, короче. Так, ну чё, я флай могу, получается, да? О, так, отлично, все. Пойдем искать тогда, кого гриферить. А какие вообще способы основные? Может быть, типа, тэпнись ко мне, там, это все там. Идея, знаешь, какая? Мы через спавн пойдем, короче, в какую-нибудь рандомную сторону, влево-вправо, и там будет дома. Это же самое близкое получается. О, и мне еще нужен алмазный меч. Блин, тут все запривачено абсолютно. Понятно. Так, я сейчас попробую, короче, скрафтить этот меч. У меня вроде нашлись изумруд в инвентаре. Все, я готов гриферить. А мне нужны золотые яблоки вроде еще. А мне денег 15 тысяч мне вроде хватит. 300 монет, одно золотое яблоко. Так, берем все. Слушай, я нашел чела, тэпайся ко мне. Давай сейчас. Вот он тут был только что, он убежал куда-то. Вот он. Давай, бьем. О, убить, короче, и все. Раз в секунду кликай. Только Майнкрафт, потому что, да. О, убили, отлично. Первый килл. Фига. У него, кстати, крутая еда. О, конкурс скинов есть. Может, выиграем денег и купим что-нибудь. А тут ПВП включено, кстати, сейчас надо быть аккуратным. А мы тут можем гриферить, получается, любых игроков, давай. Смотри, что у меня есть. Возьми его. О боже. Амогус у него какой-то рядом с ним. Да нахер. О, минус один. Отлично, отлично. Так, спокойно. Ты его убил? Да. Вот я этого... О, меня на спаун тэпнули, все, меня выгнали. Подожди, я сейчас отойду в туалет. Хорошо, давай. Сейчас мы ее заторолим таким образом. Отдай пароль от своего АК, плиз. Алло, тут какие-то таблички, написано «Дай пароль от своего ака, плиз». Короче, тэпнись, что это такое? Давай, Порш, бесплатно, серьезно, безумно. Что за... Я сам не знаю. Да, наверное, Ваниш врубил какой-то и все. А, я типа наверное, должен был в чате ответить, что ли, да? Типа локальный чат, да? Не я знаю, типа ты должен... Нафиг, короче. Так что, пойдем еще гриферить, мне понравилось. Да, да. О, посмотри, магазин. Шалкеров какой-то есть. Да. Я к тебе. Набор собак. Опа, смотри, а тут ПВП Дэнни. Знаешь, как у меня план появился? Я же не могу открыть это. Можете показать, что там? Сейчас как думаешь, прокатит? Я смогу украсть на спаун тэпнуться, в эндер сундук положить. Сюда, я говорит. Он говорит сюда. Он ищет конец территории. Да, вот, тут сейчас поставит. И угу. Что там? Так, я убираю. Все, спаун, пока. Так, эндер сундук, быстрее. Оп, оп. А че ты украл? Я вот крал целый стак-то там бессмертия. А почему он стал не стаком теперь? Че за бред? Неудачная попытка грабить. Что это? А где я? Так, у меня прогрузка, подожди, прогрузка. Так, приветствую вас. Не спешите уходить. Вас двоих ждет небольшое испытание. За вами следил один из клана просто сквад. Можете к нам присоединиться. Если пройдете эти испытания, вам бесплатно выдадут крутые призы. Прямо сейчас за вами следит организатор Ваниша. Об этом никто не должен знать, хорошо? Не, запривачен для сохранения анонимности. Если вы сломаете, то выпадаете из испытания. Если вы сломаете хоть типа, какой-то блок. Только эти два железных блока можете сломать, чтобы начать, да, типа. Давай снимем вещи, короче. Есть кирка? Дай кирку. Во-во. Оп. Вот. Оп. Так, меня тут, походу, какой-то батут встретил. Нет. А, я живой, оно кидает вверх просто, чтобы мы начали, типа. Я с первого раза получилось зацепиться как-то за эту воду. Говно, испытание. Во, все. Элитры, кстати, вырубай. Начнем с паркура. Он и вправду легкий, сами посмотрите. Да, очень легкий. Поскольку мы засекли премиум, то вырубайте флай. Они прям для нас, а может это потому, что мы так гриферили? Так это написано было в начале, то, что за нами следил какой-то чел. Подожди, а что это за клан такой? Как посмотреть, можно? Просто сквад. Не знаю. А тут все вроде просто. Типа надо Ctrl зажать и оп. Кстати, смотри, тут дизайн оформлен под end, когда проходишь Майнкрафт в конце. Опа. Один игрок идет налево, другой открыл. Направо. Давай я направо. Страшно. Подожди, стой. Тут написано одновременно. Давай на счет три нажми. Раз, два. Три. Раз, два. О, отлично. У меня открылось. Попадете в воду? Подожди, тут, может, подожди. Литрами? А, просто вперед иди с бегом. Во, отлично. Все, что там написано, что там? Так, что-то телепорт S. Опа, тут какой-то админ. О, это тот самый. Чел, который нам дал. Поздравляю, вы победили. Мы хотим выдать вам призы. Крюки. Подождите, пожалуйста, сейчас. Так, ждем. Может, он сейчас прописывает какую-то команду, наверное. Сейчас он нам гейм-мод даст. Главарь может... Я не помню. Короче, ладно, сейчас посмотрим, что даст.
сейчас денег даст. Вот это крутой приз, блин. И что? Ну, давай, чувак, господи, не люблю ждать. Подожди, а может он уже это сделал? А мы типа это не заметили. И он сейчас тупо завис, чтобы мы подождали. Он ждет, пока мы ответим. Ну, последний вариант перезайти, может он сейчас нас тупо обманет. Он, не знаю, может быть он что-то вышел. Ищет, может... Подожди, стоим. Может реально перезайти надо? Давай, ну, пропиши хаб. Так, я тут. Ничего, ничего. Так, ты приедешь. Давай-ка ты. Подожди, а у меня денег стало больше. 300 тысяч. А у тебя что, у тебя ничего нет, что ли? У меня сейчас 182 тысячи, а ну-ка. Перезайди. Ну вот со мной же ничего не было, может с тобой что-то произойдет. А перед тем, как вы увидите реакцию Леры на ее новый донат, я советую вам просто сейчас поставить лайк, подписаться на канал и перейти в мой Discord сервер по ссылке в описании, так как я там постоянно сижу со своими подписчиками и общаюсь. Ну и в принципе продолжаем. Алло, что? Прими запрос, быстрее, быстрее прими. Ты это тоже видишь? Да! О боже мой! Ты легендой стала! Откуда вам? Фак? Откуда? Подожди, может он с кем-то это выдал? Я не знаю. Господи, откуда? А почему у меня нету? Выйди вообще из Майнбарса, выйди вообще нафиг из Майнбарса, выйди. А, у меня же 30 тысяч стало, точно. Вот. А почему меня пожалели так? Простое испытание. Мне донат за сколько? Говно испытание. Да, очень легкий. А, он забыл тебе выдать, и он выдал тебе 300 тысяч. Боже мой, спасибо ему. А я, подожди, я на каком же Ване? Я опять туда. Я на четвертом сейчас. Что ты там делаешь? Он типа тэпнулся к этому. Не знаю, какой-то мальчик, какой-то Матвей, Над, какой-то. Он купил себе Рича! Он 114 тысяч, это как вообще? Он типа такой, узнаешь этот ник? Типа, узнаешь, я его тут благодарю. А вот этот Владон, это тот чувак, короче, который нам вчера ГМ дал. Вот он пишет, от какого ника вообще? Вот я вот боюсь, вот я не знаю, вот по этому нику, что сейчас он скажет. Что? Подожди. Что? Подожди. Это ты? Подожди, я тупая. Это ты? Вон! Ты адекватен вообще, ты чё обалдел? А, ладно, выйду с этого ака. Я не посмотрела в чат, типа на ник смотрю, типа такая, чё узнаешь? Это было, конечно, весело. Короче, вот такой вот получился ролик у меня. Да, как ты понимаешь, я знаю много о чем в Майнкрафте, наверное, даже лучше, чем ты. Ну вот как-то так вот получился данный видеоролик. Я надеюсь, он вам понравился, потому что я впервые такое пробую. Мне лично понравилось. И оценивайте, как хотите. В общем, всем удачи, всем пока.